Всем здравия. Так, прошло, наверное, количество времени. Наконец пригнали белую приору. Что у нас в Рапторе? Надо поменять как минимум разъем на вентиляторы печки. Там он сгорел. И может быть сам вентилятор. В общем, надо долезть, посмотреть будет. Я это сейчас буду разбирать эту часть. Не помню, многих показывают, точнее как. В комментариях писали, что можно располнить как-то печку. Честно говоря, без понятия, как это можно сделать, не разбирая полностью. Но сейчас посмотрим. Может быть, я сейчас часть только разберу и доберусь. Но до разъема точно, если можно добраться. В других приорах приезжали без этого куска. И там, в принципе, есть место. А вот как с вентилятором поступать, не знаю. В общем, сейчас поглядим, посмотрим. Так, сейчас брал зеркальце, посмотрел. К сожалению, на самом вентилятор тоже контакты подгорели. Так что мне надо придется сейчас половинить. Я так присмотрелся. В принципе, вот они, крепления есть по кругу, контуру. Возможно, эта часть снимается отдельно. Я просто уже не помню. Я помню, что полностью, чтобы печку полностью снять, добраться мне тогда было, надо было до заслонок. Поэтому я это снимал и все. И чтобы это было сделать вместе в сборе, это прям было очень геморно. Вот у меня сейчас вопрос. А получится ли мне сделать это еще по отдельности? Ну, говорится, сейчас постараюсь. Попробую. Вижу, что тут есть по кругу. И можно все это попробовать сделать. Вон там один болтик, он не очень удобный, но тем не менее должно получиться. В общем, пытаюсь. Если прокатывает, то замечательно. А если нет, то я даже не знаю, что тут и как делать. Так, в общем, удалось здесь все заткнуть, чтобы ничего. Ну, кондер был не заправлен, так что все в порядке. Плюс много листы выдал, еще даже остался чуть-чуть. Но то, как я показываю, вот эта половиница, мне рассказывали, да, половиница, но не та часть, которая мне нужна была в прошлый раз. Мне нужно было вон туда, к радиатору и так далее. А сейчас мне нужно вот в эту часть, и она, слава богу, половиница. То есть я моторчик сейчас легко откручу. И как раз вот он разъем, вот тут погоревший. Думаю, на камеру, в принципе, видно. Так, хорошо, прям светит. Вот он сам. Мне вот это надо будет заменить, сделать. Так что, вполне удачно. Так, вот добрались, пришлось... Как почти в прошлый раз, разобрать дохренище, дворники, вакуумник, здесь сместить все в бок, и теперь ставим новый радиатор, его радиатор, привычка печка, радиатор, вентилятор новый запитель ставим. Приора, продолжаем, приехал моторчик, ну прям он на этот раз, еще и производитель попросил, посмотри, поставить новый. Радиатор оказался он. Фу, блин, радиатор. Чего он вечно как печка, если хочется радиатор менять. Вентилятор на месте. Вот новый разъем с проводами. Вот старый, вот он, как я говорю, вот он сгорел. Сечение, конечно, отличается, но, говорит, у нас нет выбора. Буду сейчас этот приделывать. Так, мочусь тут с печкой. Собираю обратно. Вентилятор, он видно, блин. На месте новый. Разъем тоже он помененный все стоит. Печка, кстати, климат Panasonic, чтобы кто рассказывал, что тут как-то половина сюда. Ни хрена тут ничего не половинится. Тут надо мучиться и страдать, потому что трапеция, может быть, как говорится, мне тут напарник подскажет, что, может быть, надо выставить другое положение, но я вот в стандартном положении, чтобы это снять, надо сдвинуть печку. Соответственно, чтобы поставить, тоже сначала печку нажимать сдвинуть, тут сейчас опять отпустил, сначала прикрутил, он забыл, что трапецию надо поставить. Так, сейчас буду опять все ставить на место. Надо вакуум вот снять, чтобы это все было место. Если вытаскивать полностью, надо еще дроссель снимать, как в прошлый раз я снимал. И другого способа тут нет. Она никак не половинится. Потому что у нее скрытые болтики еще с саморезики с другой стороны. Все тут предусмотрено только снятие на себя. Кстати, как говорится, чтобы... Ну, вот она, нарисован, написано. Panasonic. Если у вас такой вот климат, страдайте, как говорится. Так, приоры. Все работает. Все сделали. Капот его погнутый, я закрывать не умею, сам закроет. Ручку, как я говорю, сделали временная, чтобы закрывался. Вообще включаем. О, слышно. Задуло. Наверх дует. Все дует, все работает. Засвистело. Так что, все тут исправно теперь.